Всем большой привет! Сегодня будем готовить быстрые ленивые беляши. Рецепт очень простой. Никакой возни с тестом. Ничего месить, лепить не нужно. Буквально за 5 минут все соединили и на сковородку. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео. В миску помещаем 300 граммов любого мясного фарша. У меня свинина, перемолотая с луком. Добавляем 1 яйцо, 300 мл кефира, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сладкой паприки, 3 чайной ложки черного молотого перца и хорошо перемешиваем. Затем в получившуюся массу просеем примерно 100 граммов муки. В результате тесто должно получиться густым, как на оладьи. Дальше хорошо разогреваем сковороду с достаточным количеством рафинированного подсолнечного масла. Оно должно покрыть дно примерно на 0,5 сантиметра. И выкладываем туда ложкой порции теста на расстоянии друг от друга. Жарим на среднем огне под закрытой крышкой по 5 минут с каждой стороны до получения золотистой корочки. Выкладываем на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот и все. Очень вкусные ленивые беляши готовы. Подаем их к столу в горячем виде, желательно со сметаной. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.